всем, ребятки. Я закончил построение своего BMX байка. Вышло довольно-таки неплохо. В прошлом видео я говорил, что у меня не получается поставить вот эти ручки, потому что не хватает проводов. Так я их, короче, пока еще не менял. Я их все, что сделал, это максимум вытянул, на что было только расстояние. Я полностью вот это, ну, подтянул со всех сторон. Вот тут видно, как они прям вот совсем чуть-чуть, как бы запасика нет никакого. И он, если вот так хорошо выкрутить руль, то он уже натягивается, вот этот провод. Короче, временно пойдет, но нужно будет это все переделывать, это немножко будет потом. Сегодня я хочу просто взять, проехаться и поделиться впечатлениями, как этот велик начал ехать после того, как я установил вот эту вилочку, вот этот вот вынос руля и вот этот вот ебучий руль. Ну что, ребятушки, погнали кататься на моем Mega BMX байке. Иди сюда. Итак, на первый взгляд очень легко крутится руль. Вилочка очень легкая, всего лишь 1 килограмм. И руль с этим тоже не тяжелый. И получается, что он прям вот очень легко крутится вот так. Как будто велик стал легче. Сейчас попробую привстать. Ой, как он выдергивается намного легче, нужно привыкать, потому что можно перевернуться с непривычки. Оп. Ой, 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 как он едет классно. Ой, о, я аж вертушку почти сделал. Немножко спущенное колесо у меня. Забыл накачать перед выездом. Где-то месяц оно уже вот так стояло. По чуть-чуть спускает, зараза. Так ездить на заднем можно, но немножко оно как бы вот так вот туда-сюда виляет. Ну ничего страшного, сейчас поедем кататься и будем пробовать, как едет эта машина. Оп! О! 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 Ехал! О! Здрасте! О! У-у-у! Нет, так... Вот эта морда стала намного легче. И кататься стало намного кайфовей. Ой-ой-ой, как он хорошо идет-то. Здрасте. Оп, чуть не свалился. Но это ничего. Элементы BMX исполняют, да? На нем реально хочется прыгать. Хоть и нет этой воздушки, которая была здесь. Он жесткий. Ну, рукам нормально. Ну, я по ровной дороге еду. Я думал, будет отдавать в кисти. И они будут болеть. Но ничего подобного. У меня переднее колесо накачано где-то 1,5 атмосферой. И оно достаточно мягкое. И хочется прыгать вот на таких местах. Фу. О. Фу. 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 Кайф.
пацаны. А ну сейчас попробую змеечку пройти между этими деревками. Ай-яй-яй, еще не приспособился я. Но я обязательно пройду. Я вот эти деревья проходил вот так. Змеечкой. Оп. Не зашел. Оп. Ха. Ух. И что, я потренируюсь, обязательно буду проходить. Это несложно. Сейчас попробую змеечку еще раз. Право. О, я вытянул. Колесо подспущено, немножко тяжело управлять. Но в целом все прекрасно. Я оставляю эту конфигурацию. Как будто стало легче поворачивать. Не, прекрасно, прекрасно. А главное еще хочется прыгать. Хочется на нем прыгать. Как будто это real BMX.